не делаешь, то эти возможности кто-то использует другой. Кстати, об этом даже в Библии интересно, я люблю читать. Там такие вещи там говорится как-то это. То есть вот когда прилично, да, Иисус Христос рассказывает о том, что хозяин дал там таланты серебра там одному, другому, третьему, один просто его закопал, а все равно мне его отдала. Другой там его прописывал. Вот. Третий вот приумножил, кроме что. И вот там интересный вывод. Вот даже там, по-моему, это четверо было. Что говорит, вот все, кто не приумножил, у них заберется и дастся это. Это вот интересная вещь. Мы так вот читаем там древние тексты, да хрен с ним. Это там не для нас. Оказывается, все это для нас. Ну вот, когда я ехал сюда на таблетку, меня позвали, я уже, как бы сказать, как-то пошел на пенсию, у меня все это стало уже надоело, да, всех этих... Ну а народ-то ждет вас, извините. Ну а народ действительно ждет, это я как-то вот не думал, потому что тут вот вчера буквально приехали, звонок раздается, я там на съемках, говорит, мы хотим с вами встретиться, там, чтобы подписали книгу. Ну ладно, я вообще, это как-то первый раз такая просьба, что в Москве как-то позвонили, и мы приедем подписать книгу. Ну ладно, давай, говорю, на съемках приезжайте. Вот, второй раздается, пришли ребята из Казани. О, один там инвалид, где-то человека 4 таких, это, молодые ребята, там не более 30, так понимаю. Вот. Как-то поблагодарили, снялись, с удовольствием подписал им книгу «Основы здоровья». Ну, думаю, вот надо же, даже вот так. Ну, и когда я ехал сюда, значит, вот, я уже, так сказать, не питая надежд, говорю, и снова на север нас поезд мчит. Мелькают голые деревья, потому что это было там в апреле, да? Значит, и снова на север нас поезд мчит, мелькают голые деревья, зеленые стоят поля, и ждет меня опять Москва. Но нет уж тех надежд, что в юности бывали. Амбиции ушли, остались лишь дела. Однако, я еду в радости, а не в печали, к сюрпризу, что готовит мне судьба. То есть каждый вот интересный момент в жизни может превратиться действительно в сюрприз. Мы вообще, вот я чувствую жизнь свою, как-то мы ее, ну она идет и идет, что-то там нам такое. На самом деле это огромное богатство, огромный действительно дар, в который позволяет вот он, ну да, хорошо что-то мы приобретем, еще там с кем-то познакомимся. Хотела сказать, что кого-то это самое пистом поставим. Так скажем, это тоже хорошее. Да, хорошее дело, да. Но самое интересное, вот идет в результате вот этих всех пистонов и так далее, идет обкатка твоего сознания. Как поступать, как не поступать, как хорошо, как плохо. И ты сам меняешься. То есть вот это вот есть и вот духовное, значит, совершенство, духовная эволюция. Вот этого мы не понимаем, мы думаем, вот там жизнь такая сякая, плохая. А действительно, ну каждый момент это вот сюрприз, почему я говорю, Сереж, есть люди, с которыми можно как-то на эту тему поговорить, которые что-то как-то понимают, как это, а не то, что им надо, знаешь, все объяснять, вот это вот так, вот это вот сяк. Вот. Вот. А вот хорошая у меня была. Хорошая была это. Куда-то надела сейчас на север. Так, и снова на север. Сейчас, не желать. Нет, это такое. И знаешь, что мне еще нравится? Мне нравится, что вот эти вот стихотворения, которые были, они были не просто там, ну, как стихотворение, да, и все. А вот нечто такое, которое возвышало бы человека. Потому что все это понижает, чтобы вот человек чувствовал, что изнутри что-то такое, тебя, ну, говорит, вот к чему-то приобщало. Потому что, опять-таки, вот мы рассматриваем мир, а он кругом находится силы, кругом находится, как некоторые говорят, там Игорь и так далее. Кому ты пойдешь?
пойдешь в хорошую сторону, значит, вот какое-то творчество будет, тебе интересно жить, что-то там делать. Либо же совершенно неинтересно, пьянки, гулянки, что-то там курит, наркотики и так далее. То есть человек свою жизненную энергию, все это там такое, куда-то туда направил. Ну такое. Двухстишье. Была без радости любовь, разлука будет без печали. Мораль. Так, 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 мораль. Так, так, да, сейчас. Так, сейчас. Иногда, конечно, я уже как ведущий знаю, что полос особо делать не надо. И продолжу тоже не получается так быстро. Но тем не менее, как-то, значит, пауза за. Вам в Шахтинске нам не пройти, да? Почему? Хожу, да. Там люди особо не это. Не. А там сколько тысяч населения? 30 тысяч? Не, там где-то меньше. Около 1080. О, больше. Не, ну да. Больше. Вот, и как-то заполнять, вот, есть, конечно, стихотворение, которое ты там думаешь, вот, как сочинить, там, рифму, вот, так далее. А есть, я читал, вот, «Милое мироздание»? Нет. Это стихотворение. А есть стихотворение, когда, вот, действительно, редкие моменты, и сейчас вы это почувствуете, когда удается подключиться, ну, говорит, к высшим творческим силам, и они начинают с тобой разговаривать. Да, ты слышал это. И они с тобой разговаривают вот так примерно. Вот. Я мера мироздания, и глубина, и ширина, и воплощение знания. Я корень слов, источник жизни и миру. Я формирую бытие, свое, ее, вселенная все. Источники любви своей, которой космос заполняю. Я так живу и процветаю, буду жить и процветать. Любовь и счастье воплощают. Запомни этим все миры, где будешь, буду я, где будешь ты, ведь я и ты. Две меры этой красоты. Вот он только прошел, только раз записал, и все. О, ну это здорово. То есть, когда вот эта сила проходит, она обладает способностью исцеления. Это очень важно. То есть, вот эти все настрои, которые возвышают, они задействуют тонкие тела, которые начинают, ну, говорит, восстанавливать физическое тело, которое разрушилось, которое там вот это вот, и будем говорить, облагораживают. Ну, есть и такие стихи, вот я люблю какие-то каламбуры, например. Вареная курица, она уж не жмурится, вареная курица не может летать. Лежит на тарелке, не вякает, не бякает, а я сейчас буду ее вилкой ковырять. А-ха-ха, ножом отрезать. Ну вот так вот, попахахметь. Лечу на море, предвкушаю, это когда вот на море как раз полетели, и родился это стихотворение в самолете. Лечу на море, предвкушаю, как буду плавать и нырять. Там много неба голубого и бирюзовая вода. Дельфин резвится на просторе, и яхта белая видна. Там плещут волны, слух лаская. И там меня, конечно, ждут мечты, что в небо улетают, и сны, что в рай ведут. А вы же в этом году были на море, да? Нет, не был. Я хотел спросить, насколько на сегодняшний день актуальна уринотерапия, которая вот все повально болели в то время. Да, в то время. Лет 10-15 назад все экспериментировали. Вот именно, все экспериментировали, значит, оказывается. Все читали, были брошюры, все заготавливали. Заготавливали и правильно делали. Значит, что по этому поводу сказать? Ну, с одной стороны, хочется кратко, с другой стороны, как-то емко. Значит, я ничего своего уринотерапии не придумал. И мне просто заинтересовал этот вопрос, что это за фигня такая. И я начал его так сказать, там, обратился туда-сюда, ко всем этим источникам. И я нашел очень интересные вещи. Ну, например, памятник Мухиной рабочему и колхознице. Все мы знаем, да? Мухина, вот этот человек, который получила несколько сталинских премий.
У нее был муж замком. Так. И много своих премий она потратила на то, чтобы дать ему деньги на исследование урины, которое проводился. Это, оказывается, врач-самоучка, который потом дальше достиг. Mm-hmm. Вот, это очень интересно. Врач-самоучка, вот он из каких-то древних источников, он заинтересовался этим делом, значит, что она должна как-то вот возрождать организм. Но все дело оказалось в следующем. Он, значит, интуитивно просек, что особенно помогает моча беременных женщин или беременных животных, плод которых начинает только формироваться и развиваться. То есть, если брать женщину, это у нее урина до 2 месяцев, когда плод формируется и так далее, там идут огромные, значит, информационные потоки, разворачиваются для того, чтобы сделать вот этот плод. Естественно, они где откладываются? Они откладываются на жидкостях организма женщины. То есть это кровь, это плазма, с чего образуется моча. Он эту информацию не разрушишь. Он эту мочу собирал,